Определим современную стоимость потока, члены которого 40, 50, 45, 70 выплачиваются постнумеранда по полугодию. Процентная ставка равна 12% за полугодие. Эту задачу мы будем решать с помощью финансовой функции НПЗ. Функция НПЗ вычисляет чистую текущую стоимость периодических платежей переменной величины как сумму ожидаемых доходов и расходов, дисконтированной нормой процента. Для этого мы вводим значение. Функция ставка процента. И теперь значение 1, 40, 50, 45 и 70. Окей. Итак, мы получили ответ. Теперь решим другую задачу, 5.6. Для этого применим функцию BS, которая возвращает будущую стоимость инвестиций при условии периодических равных платежей постоянной процентной ставки. Итак, мы вызываем функцию финансовую. Вводим значение процентной ставки. Далее указываем число периодов и выплат с отрицательным знаком. Окей. Итак, ответ 31 785 миллионов рублей.